Легкость исполнения сложных музыкальных произведений – следствие многих часов, проведенных за инструментом. Сегодня ребята стараются особенно, ведь оценивать их работу будет профессионал мирового уровня. У известной болгарской пианистки Лилии Бейджиевой, уже завоевавшей широкое признание публики и уважение критиков, всегда найдется несколько профессиональных советов для юных талантов. Если я не буду играть левую руку так громко, может быть, попробуем, увидим, лучше будет или нет. Что ты предпочитаешь, в первый раз или во второй раз? Да. Лилия Бейджиева ведет преподавательскую работу в Париже, но в Россию всегда приезжает с радостью. Именно здесь пианистка получила хорошее музыкальное образование, которое стало базой для ее успешной карьеры. Теперь все знания она с удовольствием передает детям и считает, что русская фортепианная школа лучшая в мире. Должна сказать, что уже много лет работаю во Франции, и там система совершенно другая. Конечно, мне ближе русская система, потому что я в Болгарии училась и потом в Москве, так что для меня очень важно как-то с детьми все время встретиться и еще видеть, что здесь есть вот интерес и все то, что надо, чтобы музыка продолжалась. Лилия Бейджиева является гостем на многих престижных фестивалях, но подмосковные вечера искусств для нее – событие особенное. Хорошая публика, уютные концертные залы, талантливые дети – в Подмосковье есть все для популяризации классической музыки. Ребята из Подмосковья, как все ребята, которые серьезно занимаются, у них очень большие возможности. И даже иметь такой зал и такие инструменты, как вы имеете, это во Франции просто невозможно. Так что условия у вас прекрасные. И дети, конечно, потом. Но условия просто не могут сравниваться. Уже несколько лет свои музыкальные знания Лилия передает подрастающему поколению. Ее педагогические способности ценятся достаточно высоко. Она преподает в музыкальной академии Софии, Афин и Парижа. Ну а сегодня ее опыт, полезные советы и музыкальный вкус пригодились юным красногорским талантам. Максим Мельников, Михаил Петухов, Марианна Быстрова, КРТВ.